Мы сегодня провели мастер-класс для детей в школе-интернате 142. Мы с ними немножечко поиграли, приобщили их, познакомили с волейболом, с мячом, и, в принципе, мы хорошо развлеклись здесь. Я думаю, что, как и со всеми детьми, наверное, сначала немножечко стеснение было и с их, и с нашей стороны, но в целом я вижу, что ребята втянулись, они немножечко повеселели, взяли мячи, и в конце, когда мы уже уходили, в принципе, ребята уже сами друг с другом начали играть, поэтому я думаю, что настроение в итоге у всех хорошее, и мы тоже, вот с Лизой с Лукьяновой сюда приходили, и очень хорошие впечатления остались. Дети ж это ж такие создания, которые, в принципе, они всегда как лакмус реагируют на позитив, реагируют на искренность. Вот. И я думаю, что мы сегодня максимально пытались быть именно открытыми для такого формата. И понравилось. Конечно, важно и для нас, как для игроков, мы приобщаем больше людей к нам, мы знаем, что за нас будут болеть, что детишки точно теперь будут поддерживать нас. И любая поддержка, конечно, нам приятна, чем больше людей, тем больше наша поддержка и больше желания идти вперед. У каждого есть момент, когда он должен делать добро. Не только связано, там, допустим, с спортом высших достижений, где всегда только победа, победа и важны какие-то результаты. А есть именно вещи, которые над нами не властны. Мы должны тоже отдавать частичку своей души. Именно в таких форматах эта возможность нам предоставляется. Я думаю, что им просто приятно повидаться с нами, наравне с нами, поиграть в волейбол и просто пообщаться, повеселиться. Я думаю, что сегодня их день стал чуточку ярче.